Пятница. Вот-вот наступят выходные, и наконец-то можно отдохнуть. Но эту радость омрачает растаявший снег. В одном из недавних сюжетов мы рассказывали о том, что снег в нашем городе убирают, но не везде и не всегда хорошо. Сегодня на дворе плюсовая температура. И вот результат. Плохо. Очень тяжело идти. У нас возле дома вообще не пройдешь. А теперь давайте проверим, насколько же глубокие сегодня лужи. Ничего себе, целых 13 сантиметров. Под ногами лужи, а над головой снег, готовый в любой момент свалиться с крыш домов на головы ничего не подозревающих прохожих. В общем, на улице нужно постоянно быть начеку. Спасибо резиновым сапогам, сегодня удалось не промокнуть. Но многим жителям нашего города, в отличие от меня, не так сильно повезло. Идти невозможно, ехать невозможно, машины тонут, ну и, соответственно, и ходить тоже невозможно. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.